Метель и гололед не страшны жителям Заволжского района, которых обслуживает крупная управляющая компания. Снегоуборочная техника и дворники работают здесь по единому стандарту – от центра до окраин. Этот двор на 4 многоквартирных дома в микрорайоне Резинотехника – один из самых просторных. Жители уборкой довольны. Двор у нас всегда в идеальном порядке. Туары, да, до асфальта почти все убирается. Он как раз дворник работает. Здесь у нас трактора все время. Никаких нареканий вообще нету со стороны жителей. Все очень довольны. Управдом Заволжского района внедрил комплексный подход к уборке. Сначала двор чистит трактор с отвалом и щеткой. Лишний снег с территории вывозит фронтальный погрузчик. Новый прицепной агрегат аккуратно посыпает проезды песко-соляной смесью. Техника управдома готова к работе круглые сутки. Когда снегопад идет ночью, мы технику выводим рано. На 4 часа уже, в общем-то, все готовы выехать. И к 5 часам они уже въезды чистят, в первую очередь, во дворы. Контейнерные площадки, подъездной путь нужно освободить, поскольку мусор забирать нужно машинам. Вот. А потом уже во дворы, когда машина разъезжается с дворов, тогда мы уже переходим на дворы. Там, где трактором с навесным оборудованием не проехать, дворники трудятся вручную. Одна из помех при уборке придомовых территорий – припаркованные во дворах автомобили. Ручной труд обязательно дворника присутствует. Тротуары и выходы из подъездов в этом году чистятся все до асфальта. И также в управдоме есть еще 3 автогидроподъемника. Один автогидроподъемник вот закреплен за районом Резинотехника. Здесь, потому что наибольшее количество домов со скатными кровлями. Опасные зоны возле домов работники управляющей компании обозначают сигнальные ленты и объявлениями. Жителям этого дома на улице 50 лет в ЛКСМ опасность уже не грозит. При помощи 15-метровой автовышки опытные кровельщики оперативно удаляют с карнизов сосульки и наледь.